Экипаж Андрея Каргинова из команды «КамАЗ-Мастер» дисквалифицирован с ралли-марафона «Дакар» в Перу. Во время пятого этапа его грузовик случайно задел одного из зрителей – 60-летнего мужчину. Тот находился в неогороженной и небезопасной зоне. Пострадавший доставлен в госпиталь. И вообще виной всему мог быть и туман. Именно из-за него многие гонщики не смогли добраться до финиша. А результаты этапа пока официально не засчитаны. То есть первое место Эдуарда Николаева и второе Дмитрия Сотникова из той же «КамАЗ-Мастер» пока под вопросом. Судьи решают, как поступить и когда возобновить соревнования. А мы ждем подробностей в репортаже моего коллеги Данила Махальна.